Каждый год в стране строятся тысячи домов, но время делает свое дело. Спустя 30 лет многоэтажки требуют капитального ремонта. Главные критерии – состояние инженерного оборудования и постройки в целом. И здесь политика государства неизменна. Комфорт жителей превыше всего. Активными темпами реновация проходит и в Бобруйске. В Первомайском районе сейчас обновляют 3 здания. До конца года мы планируем провести комплексное благоустройство дворовых территорий. У нас их 31 единица. Проводим ремонт пешеходных дорожек, 32 тысячи квадратных метров. Заменим 700 скамеек и урн, заменим какие-то, отремонтируем. Также благоустроим детское игровое оборудование в количестве 200 единиц. Согласно плану, в городе отремонтируют почти 20 многоэтажек. Поменяют кровлю, канализацию, покрасят фасады, обновят балконы и ограждения. Там, где еще нет, сделают пандусы. Работы планируют завершить к октябрю. Особое внимание в год исторической памяти уделяют домам, где живут ветераны Великой Отечественной. Вместо холста стена в подъезде. Для таких рисунков подходят акриловые краски на водной основе. На эту работу уже ушло 4 часа. Летящие голуби – символ мира и борьбы против войны. Помогает в благоустройстве и союзная молодежь. Делает как для себя. Благодаря общим усилиям в Первомайском районе новыми красками заиграли 7 подъездов. Не остаются в стороне и сами жители. Гортензия, бархатцы каждый год высаживаю, петунии. Все эти растения, вот что мы покупаем, соседи, дачники, которые привозят рассаду, я тоже высаживаю. Мне нравится, я очень люблю свой дом, свой подъезд. И муж у меня активный, мне бы одно тяжело было. Вот кустарники сирени возле магазина мы посадили. Это очень большой труд. Вот, это все делается для людей, для облагораживания наших дворов, чтобы было приятнее. Очень хочется, чтобы люди понимали это и чтобы ценили, относились к этому с пониманием, естественно, не портили. Бобруйск по объемам работы уступает лишь областному центру. Глобальная реновация ведется по всей Могилевской области. В планах капитальный ремонт 400 тысяч квадратов жилья. И здесь главное – сберечь и сохранить. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.